Фитнес-выкидыши, именующие себя тренерами, до сих пор пугают девчонок вредом и опасностью становых тяг. Якобы увеличивается талия и наносится вред поясничному отделу позвоночника. Девчонки, запоминайте, опасность и вред идет только от этих фитнес-выкидышей. На самом деле, становые тяги уже давно используются медициной не только в плане профилактики, но и лечения проблем с поясничным отделом позвоночника. Про увеличение талии даже говорить не хочу. Девчонки, делайте лучшее упражнение.